социальных сетях размещена информация о том, что на Новочебоксарской аллее ветеранов Великой Отечественной войны будут вырубать деревья. Первые лица города, а также депутаты городского собрания встретились на аллее, чтобы пообщаться с горожанами и разъяснить ситуацию. Этот уголок природы жители близлежащих домов хотят сохранить и благоустроить, потому еще в 2017 году они обращались к официальным лицам за помощью. Здесь, после рейтингового голосования, население города Чебоксарска выбрало его. Администрация города во главе с Ольгой Викторовной подготовила проект сметную документацию. В дальнейшем данный проект был вынесен на всенародное обсуждение, и он был вынесен на публичное обсуждение населения города, которое проходило в 12-й школе. И здесь жители данного микрорайона ознакомились с всеми процессами, значит, процедурой и, значит, видами работ, которые будут происходить на аллее ветеранов. И здесь никакой речи не было о том, чтобы осуществлять спил, значит, берез, потому что эти березы посадили наши ветераны. Это память о наших героях. В этом году был определен подрядчик на благоустройство аллеи. Здесь будут выполнены такие работы, как фрезерование асфальтового покрытия, установка дополнительных скамеек, урн. Укладка асфальта, потом сохранение, ну, в рамках заключенных контрактов все работы будут выполнены сохранением всех зеленых насаждений, максимально. А санитарная вырубка, как бы, это будет производиться. Также на аллее ветеранов планируется вдоль тротуара установка торшеров. Вместе с жителями официальные лица прошлись по аллее и выслушали мнение горожан, что еще можно сделать, чтобы аллея ветеранов стала еще краше и излюбленным местом жителей микрорайона. Отметим, работы по благоустройству планируется завершить в сентябре. Ольга Лазарева, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.